Раньше я неоднократно рассказывал о кабельных коллекторах, об их разновидностях, конструктивных особенностях, способах строительства. Основная задача этого видео – постараться передать атмосферу этих подземных сооружений. Поэтому ограничусь только кратким описанием этого коллектора. Построен он был во второй половине 1950-х годов. Общая длина проходимой части около 3 км. Сейчас коллектор находится в идеальном состоянии. Полностью отсутствует подтопление, на всех люках и дверях веншахт установлены гирконы. Коллектор оборудован системами пожарной сигнализации, принудительной вентиляции и отведения грунтовых вод. Все двери, лестницы и прочие конструкции аккуратно и недавно окрашены. В технических помещениях можно найти бланки допуска на проведение работ, датированные последними месяцами. Из всего этого можно сделать вывод, что встретить монтеров на объекте реально в любой момент. We'll be right back.